Привет, девочки! Я нашла очень интересный тест, который поможет нам выявить возрастные изменения и проблемные зоны, над которыми нам нужно поработать. Для этого теста нам понадобится зеркало. Встаньте ровно, распрямите плечи, потянитесь макушкой вверх, прикройте глаза, сделайте глубокий вдох, выдох, откройте глаза, слегка улыбнитесь. Это лицо мы имеем в настоящем времени. Теперь поднимите подбородок вверх, поставьте зеркало над собой, и вы заметите, как разгладились морщинки вокруг глаз, лицо раскрылось, угол молодости и линия челюсти стала более четкой. Это лицо было у вас 5-7 лет назад, и вы можете снова его вернуть, постоянно работая над собой. А теперь мы посмотрим, каким наше лицо может быть через 5-7 лет, если и дальше дать ему подвергаться силе гравитации и не вмешиваться в процесс. Плечи и шея согнуты, голова опущена вниз, и в зеркало вы видите, как появился второй подбородок, морщинки и заломы стали более глубокими, проявляется отечность. Внимательно оцените все три состояния вашего лица, чтобы выявить проблемные зоны, с которыми нужно работать. Лицо, которое у вас было 5-7 лет назад, можете получить уже прямо сейчас, не прибегая к хирургическим манипуляциям, а правильно подобрав приемы и техники массажа. Смотрите мои видео, здесь вы найдете очень много полезной информации для сохранения вашей молодости и красоты. Если какая-то техника вас заинтересовала, пишите в комментариях, я сниму подробное видео с описанием. Не забывайте ставить лайки, рекомендовать друзьям, подписываться на наш канал, задавать вопросы. Всем красоты и молодости!